привет. Посмотрим на вот такую интересную вещь. Это оптоволокно для FPV-дрона. Вот в данном случае это катушка на 2 километра, 2100 метров. Вот, также бывает на 1, 3, 5 и 10 километров. Вроде как даже и 20-километровые есть. Так, а вес тут написан. Ну, по весу, ладно, потом приложу скрин. Посмотрите. Вот также вот такая наземная станция. Вот, подключаем к ней питание, подключаем видеопередатчик, подключаем приемник. Вот, есть два варианта подключения. Тоже скрины скину. Вот, можно вообще без радиосигнала, только все по проводам передавать между пультом, очками и наземной станцией. Вот, сейчас попробую подключить это все к дрону и просто вот здесь вот в квартире взлететь, полетать чуть-чуть в зависании, посмотреть, как вообще сигнал передается, как вообще это все дело управляется. Вот так это выглядит на дроне. Здесь я так просто подзаклеил, чтобы не разматывалось. Вот, а как это все подключать, как это все летает, сейчас подробно расскажу.